Привет всем электроводам. Сегодня у нас такая проблема. Не открывается дверь. Тянешь за ручку, не открывается. Чуть-чуть резче сделаешь, открывается. Случилось это резко. Не знаю почему. Приходится резко дергать для того, чтобы открыть. Будем вскрывать, искать проблему. Чтобы добраться до замка, нам нужно снять карточку. Снимается она довольно-таки просто. Снимается каким-то экстрактором, съемником, вот эта крышечка. Она на клипсах, там два болта, по-моему, два. И по низу карточки есть еще. У меня тут нет одного. Вот винт. И вот винт. Итого три винта. Потом карточка немножко отщелкивается на клипсах и вытягивается вверх. Тут посадочная, она посажена на бортик металлический. В щель между ручкой и крышкой загоняем что-нибудь пластиковое. Металлическая клипса, раз. Тут у нас раз винт, и здесь второй винт. Открутили все винты, берем где-нибудь за карточку снизу, сбоку, и с небольшим усилием так раз снимаю одной рукой, простите. Хорошо сидит. Все, теперь ее нужно отогнуть, чуть приподнять вверх, снять с этого. Вот так, оп. Все, отключаем привод, тросик. Надо отжать клипсу. Щелочку для того, чтобы подсоединить тросик ручки. Так вот, оп, оп, сняли, снимаем разъемчик лапочки. Вот добрались до внутренности карточки. Я сюда уже когда-то лазил, здесь было заклеено таким полиэтиленом, я его обрезал и клеил таким вот скотчем. Теперь сюда лезем опять. Я видел на форумах эту проблему, но она подтвердилась, то, что я и думал. Если посмотреть сюда, в это место, вот, у нас здесь, в этом металлическом кронштейнике, есть вот отверстие между пластиковой вот этой деталью металлической. Здесь должен торчать шток, а он ушел вот туда, прополз. Нам надо сейчас добраться до того штока и подвытолкнуть его сюда, поставить на место. Я думаю, эта проблема сразу же решится. Если посмотреть внимательно, я нажимаю ручку, видите, металлическая деталь с отверстием уходит за пластиковую, а она должна стоять на месте. То есть она должна крутиться на этой оське, на этом штоке. Этого не происходит. Да, видно, полностью практически отверстие прячется за пластиковой деталью. Вот, в принципе, в этом проблема. Вот, если присмотреться, я на увеличении. Вот отвертка, видите? Вот над отверткой торчит этот остаток штока. Его нужно задвинуть вот сюда, в посадочные свои отверстия. Мне помог обыкновенный такой ключик. Я поднатянул этот металлический кронштейн отверткой. Это уже почти полностью у меня залез этот шток. Вот видите, он стоит в другом положении. В таком положении. Вот я там зацепился и подтянул этим ключом практически полностью. Осталось чуть-чуть. Сейчас я им упрусь. Уперся.
В общем, вот таким ключом, зацепившись за эту шпильку с торца изнутри там, и подвинув ее на место, видите, она встала на место. Сейчас будем проверять. Все работает отлично. Так что, ребята, всем владельцам Вектор, появляются разные болячки, но не знаю, для меня это один из самых лучших и надежных автомобилей без сюрпризов. Эти мелочи случаются у всех, но все легко поправимо. Всем удачи, подписывайтесь, колокольчик.